Администрация Ленского района приступила к разработке стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Муниципалитет занимает ключевое место в стратегии развития республики и определен одной из основных точек экономического роста. Подробнее об этом далее. В стратегии республики предусмотрено формирование Ленского транспортного узла. Перспективы экономического развития района связаны в первую очередь с нефтегазовым комплексом. Кроме добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, на территории района необходимо продолжить газификацию населенных пунктов, предусмотреть создание новых производств по выпуску нефтепродуктов для обеспечения потребностей Республики Саха-Якутия, извлечению и переработке гелия и этана из Чединского месторождения, изучение и освоение других месторождений, полезных ископаемых. В районе имеется значительный потенциал для успешного развития агропромышленного производства, лесной промышленности, местного производства и предпринимательства. Также в стратегии Ленского района отражены проекты – открытие предприятия по лесозаготовке, круглогодичной теплицы и птицефабрики. Среди включенных в стратегию пунктов – большое количество строек. Это же и реконструкция Ленского авиапорта, как мы говорим, значит, строительство дорог, значит, социальных объектов, школ, значит, организация дороги, значит, до поселков Пелиду-Витим. Будут разработаны предложения по развитию предпринимательства в сфере речных и автомобильных перевозок, земледелия и животноводства, производства строительных и отделочных материалов, рынка услуг, отраслей, связанных с новыми технологиями. Будут разработаны и обоснованы направления по развитию социальной сферы с учетом демографического прогноза, стимулирование роста рождаемости и поддержка семейной политики, формирование сети многофункциональных социальных объектов, создание благоприятных условий для занятия населения спортом и физической культурой, подготовки и обеспечения жильем молодых специалистов. Строительство дорог, значит, социальных объектов, школ, значит, организация дороги, значит, до поселков Пелиду-Витим, значит, датированные перевозки речные до Пелиду-Витима, значит, стратегии строительства жилья для бюджетной сферы с целью решения кадровых вопросов для здравоохранения. Также будет уделено пристальное внимание вопросам устойчивого развития Ленского района, обеспечение качественной питьевой водой, обустройство свалок, переработка отходов и утилизация опасных отходов, очистки сточных вод и ряда других. Важнейшими задачами в рамках разработки стратегии определены развитие социальной инфраструктуры города Ленска, создать здесь условия для жизни, работы, творческой, профессиональной реализации жителей, развитие демографического потенциала поселка Витим, Пелидуй, сельскохозяйственных слегов и района в целом. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.